Так, начинаем наш урок. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично, супер. Молодцы, Каи, да. Здравствуйте, меня зовут Бактегуль. Я приехала из Кыргызстана. На данный момент я нахожусь в Китае, город Инчуань. Здесь я, в этом городе я уже нахожусь 13 лет. Работаю преподавателем в Северном национальном университете. Преподаю русский язык. В 2014 году я помню первый мой урок русского языка. Вау, это, во-первых, студенты очень как нервничали, они боялись, они стеснялись, они даже не выражали своего мнения. Что это он? Руки. Отлично. Отлично. Волосы. Волосы. Окей. Но на данный момент студенты, вау, это вообще как небо и земля, это вообще огромная разница. Каждый студент, он настолько индивидуальный, он настолько, как говорится, талантливый.